Благодарность и поздравления республиканского парламента, правительства лучшим сотрудникам агрокомбината «Южный». Торжественным мероприятием отметили День работника сельского хозяйства. Ахмат Халкечев продолжит. Ни для кого не секрет, что любое предприятие выстроено вокруг труда обычных рядовых работников. Вот и здесь концертно-развлекательную часть мероприятия решили предварить награждением лучших в выбранной стезе. Работа нравится. Я здесь работаю уже 17-й год, наверное. Да, 17-й год. У нас вообще очень дружный коллектив вообще всегда был. Отец работает там, где я. Он ведущий инженер по поливам. Я занимаюсь именно ремонтом капельной системы полива. А жена бухгалтером на 9-м блоке работает. Втроем, короче, мы с семьей работаем здесь. Главная ценность предприятия – это слаженный трудовой коллектив. Кроме высококачественной продукции, предприятие обеспечивает занятость порядка 1800 человек. Люди у нас на первом месте. Не будет людей, не будет ни предприятия, ни продукции, ничего. Мы стараемся улучшать качество, мы стараемся улучшать количество, мы стараемся улучшать какие-то, подбирать новые сорта, и вроде у нас получается. За счет количества световых дней, солнечных дней, за счет чистоты воды – наша продукция, в принципе, сама по себе, она более конкурентоспособна, чем продукция, которая производится в других регионах. Не в обиду, конечно, высказано. Основную лепту вносят люди, они и закладывают урожай, они за ним ухаживают, они его и собирают, качественный урожай. Люди – это самое первое, на что мы делаем акцент. То есть и добро пожаловать к нам на работу. У нас есть куда трудоустроить овощеводов, нам очень требуется. Овощевод Сусанна Бастанова на агрокомбинате в общей сложности работает 29 лет. На вопрос, что же удерживает хрупкую женщину в профессии, где крайне высокая не только моральная, но и физическая нагрузка, Сусанна Рамазановна отвечает весьма философски. Труд – это то, что облагораживает человека. К нагрузкам, к любым, можно привыкнуть. Ну а в какой-то момент от осознания того, что твоя работа приносит людям пользу, начинаешь получать и моральное удовлетворение, резюмирует она. Спасибо всем, кто поддерживает нас. Если бы нас не поддерживали, мы тоже, наверное, не работали бы. И это важно, чтобы люди знали, что их труд нужен. Это, конечно, каждого подстегивает на еще чуть больше, еще на лучшее. Не я одна тут работаю. Все такие же, как и я. Но спасибо всем, что уважают труд человека. Агрокомбинат «Южный» занимает активную позицию и в плане социальной ответственности. Чуть больше 2 лет работает специально сформированный отдел гуманитарной помощи населению и религиозным организациям. Деятельность структурного подразделения компании весьма насыщена благими делами. К слову, в прошлом году на благотворительные цели исключительно внутри региона роздано свыше 460 тонн продукции. Мусульманские праздники, мечетям, сельским поселениям, христианские праздники, церквям, храмам и сельским поселениям неоднократно, нуждающимся всегда. Кто обращается, практически никому, даже не практически, а никому не отказывается. Праздничное настроение мероприятию придала разнообразная концертно-развлекательная программа с участием артистов и творческих коллективов, организованная администрацией предприятия. Работа на комбинате требует дисциплины и самоотдачи от каждого из сотрудников. Многие из специалистов трудятся здесь не один десяток лет и накопили колоссальный профессиональный опыт. Именно благодаря слаженной работе всего коллектива комбинат и стал высокорентабельным производством, уверено руководство. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Уджигутинский район.